Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос. И сразу же скажу, что по ссылочке в описании вы сможете бесплатно посмотреть мой новый видос на Дзене, прохождение игры на Денди Wacky Races. Пожалуйста, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь на мой Дзен-канал, это очень помогает его продвижению, ссылочка в описании. Так, ну что, у нас игра в рейтинге такая серьезная. Играем не казуально, стараемся именно обыграть. Так. Не выбирает. А, вот тут, наверное, дрожь нужна. Да, давайте дрожь выберем. Вариацию с дрожью, потому что будет зонинг от Саб-Зира. Да. Ну и лайк ставьте, комментарий пишите на Дзене. Но самое главное, подпишитесь, ребят. Обязательно подписывайтесь. Ну, у этого противника 60% шанс. Наверное, жесткий. Ага, оверхед. Ох ты. Да, видно, что он такой непростой, да? Может, кстати, меня так это запутывать. Так. О! Уход не удался. Так. Ух ты, сейчас мне сделает. Он сейчас меня убьет. Он сейчас меня убьет. Фейталом. Обидно получилось. Но Шансунг вот против Саб-Зира нормально. Нормально. Поздно, да? Поздновато. Ударил. Так. Ух. Да ну. Ну вот, смотри, нормально. 1-1 пока. Универсальный персонаж, даже этого. Так, играем, не играем. Слышишь, это рейтинг. Ты давай это. Давай посерьезнее. Давай посерьезнее. Да ну. Вот это да. Так. Без фаталки. Ну, хорошо играет, хорошо играет. Продолжим. Давай. Не, ну, слушай. А, он хочет Саб-Зира репикнуть. Не, Саб-Зира сильный перс. Сильный, мне кажется, с Шансунгом конкурирует очень неплохо. А, Скорпион. Но Скорпион это... Вообще, по идее, мне должно быть полегче. Вот мне так кажется. С его Скорпиона, потому что размен с Сабом, он, ну, невыгодный.
А у него еще и отмена телепорта нет. Если он гарпун в меня пустит, я черепок кину, то гарпун перебьется. Но смотря как он будет это. А, ну смотри, ну в этом плане он. Да ну. Ну, это я, наверное, уже как-то расслабился немножко. Видите, он меня стаггерами как это. Да, я думал, мне наоборот проще будет. Ну ладно. Ой-ой-ой. Была такая мысль, что он так сделает. На скорпион у него гораздо это... Гораздо сильнее получается. Вот-вот и ждал этого, ага. Куда ты лезешь? Это же плюс. Это же норм игрок, ты же знаешь, что это плюс. Куда ты лезешь? Ну в принципе это умно, согласен. Еще раз, да? Ух! Больно, больно, очень больно. Ух ты! Ой-ой, плохо, очень плохо. Это для того, чтобы меня добить. Да. Так, хорошо. Теперь моя, наверное, очередь репикать. Я попробую либо Геросом поиграть, либо не знаю, либо Саб-Зиро, либо Герос. Наверное, Герос. Даже не знаю, слушайте. Ну, ладно, давай попробуем. Давай попробуем. Ну, что-то мне кажется, что его скорпион гораздо сильнее его же Саб-Зиро. И мои шансы его обыграть начинают снижаться. После этого матча, да? Мне кажется, что скорее он выиграет. Ну, посмотрим. О, проклятые прыжки Героса. Поехали. Давай, давай. Ха-ха-ха. О, давай, еще вот это. О. Да, на, вот так вот. Вот это я понимаю. Так, ну сейчас было вообще неплохо. Сейчас не, главное не, не расслабляться. О, прямо мне в руки. Ага, это рефлекторное. Рефлекторное было. Ух!
Не понял. Плохо. Очень плохо. О, я что прыгнулся? Это же оверхед был. Я случайно прыгнулся, прикинь. Тоже рефлекторно. Достойная игра, господа. Сейчас прыгать, наверное, будет. Или назад два нажмет. О, отлично. Еще и это. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опять я рефлекторно прыгнулся. Слушайте, походу проиграл, да. Ребят, проиграл. Но было очень интересно. Интересная игра получилась. Ну, жаль, конечно. Ну, что поделать. Так, поехали дальше. Следующий противник. 51%, 53-50, 73 пинг. А, ну, если это Джокер, то... У Джокера очень удары далекие. А, Найт Вулф. Слушайте, ну... Найт Вулф будет отбивать. Я думаю, тут скорее Герас нужен. Или Шан. Но точно не Саб-Зиро. Ну, ладно. Пусть Герас будет. В принципе, у Ночного Волка нет прям каких-то, ну, очень длинных ударов. Поэтому, наверное, я смогу его как-то держать на расстоянии и через песочек его потом прессить. А, у меня же лужа есть, о чем я? Ну все. Это рейтинг? Тут играют. Тут играют чисто, чтобы обыграть. Это рейтинг. Дружище. Игра на полную мощность. Ну это, конечно, да, фигня получилась. Все. Вот это зря махнул ногой. Так. Так, ну это я так немножечко неправильно сделал. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Проклятые прыжки Гераса, поехали. О. Ой. Ага. Эть. Ох. Ой, ну ты что-то прям это... Ну все просто. Весь урон, который был. Ну сейчас я не знаю, я подальше... Он же меня откинет подальше, я ему лужу.
Все. А, ранний удар ногой спас. Блин, и даже при том, при всем, что я его прям жестко звонил, смотри, что он делает. Я думаю, он будет репикать. Уж больно уверенно я его обыграл. Но Джокера возьмет. Это будет не Ночной Волк, это не его персонаж. Ну ладно, хорошо. Не, тут я уже уверен, как бы, в том, что я его обыграю. Ну, как бы... А, вот это... Что, это наказание? А, это контр. Это что было? Ну, блин, ну, видно, что он это хочет сделать. Как бы это слишком заметно. Но уже получше, да? Оу. Да ну, что-то я ерундой страдаю. Ага. Так, давай без ерунды, слышишь? Ой, там... Ага, ноги. Да что ж такое? Почему ты пропускаешь этот удар? Мне наоборот выгодно, чтобы он в блок был. Ну все, надо лужу делать максимально ему. А, оверхед. Слышишь, ты давай не это, не выигрывай, пожалуйста. Мне это уже не нравится, дружище. Ага. Даже не думай об этом. Даже не смей делать этот изворот. Ну это, кстати, его может и не добить. Там скейлинг урона очень фиговый. Да. Ну, это извини уже. Это извини. Но надо сказать, что вот во втором матче он еще больше постарался. Господа, ну что ж, на этом, пожалуй, и все. Всем спасибо за просмотр. Ссылочка на мой дзен-канал в описании. Там полное прохождение Walkie Races на Денди. Очень интересный видосик. Аж на 40 минут, по-моему. Уже точно не помню. Ну, такой долгий видосик. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. На дзен тоже обязательно подписывайтесь, это очень важно. Ну и лайки там ставьте, комментарии пишите, я их читаю. Все, всем хорошего настроения, всем пока.